который вновь здорово работает перед чужими воротами. Да. Ну, получается, сегодня Локомотив забил в три раза больше, чем в двух предыдущих матчах этой серии, если взять. Ну, давай скажем так, наверное, глядя на ту активность, которая была в первых двух матчах, наверное, хотя бы где-то прорвать, ну, могло. Не то чтобы должно было обязательно, но могло.